Здравствуйте, друзья! Мои уважаемые подписчики, гости канала. У нас расклад на вторую декаду сентября с 10 по 20 для представителей знака зодиака Овен. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает представителей знака зодиака Овен. Что вас ожидает вторая декада сентября по всем сферам жизни. У нас будет карта исполнения желаний, поэтому пока я готовлю ваш расклад, подумайте о вашем желании. И мы посмотрим, сбудется оно или нет в эти 10 дней. Овны, вторая декада сентября. С чем вы войдете в эту декаду? Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Отношения, у кого есть, что будет происходить в отношениях или в браке. Для тех, кто в поиске отношений, ваши перспективы. Работа, бизнес, у кого есть. Для тех, кто в поиске работы, что вас ожидает. Финансы. И с чем вы выйдете из этой декады, или что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? У вас много старших арканов. 4 старших аркана. Значит, декада для вас будет очень даже судьбоносная. Так, давайте посмотрим, исполнится ли желание у Овнов. Вторая декада сентября. Карту мы откроем в конце расклада. Ух ты, у вас тут еще и туз пентаклей. Ну, смотрите, туз пентаклей – это шанс обрести счастье, потому что здесь для тех, кто в отношениях, здесь у вас или зачатие, рождение детей, может быть, предложение руки и сердца, может быть, решение вопросов с жильем, переезд, потому что вот здесь у нас еще легла колесница. Ну, вообще, туз пентаклей говорит, будет какой-то шанс то ли крупно заработать, найти хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице, решить вопрос с жильем, с недвижимостью. Ну, или тут, может быть, у кого-то подготовка к свадьбе, предложение руки и сердца, или очень хорошее, стабильное начало новых отношений. Но здесь много страхов. Так, давайте посмотрим, сюрприз или неожиданность для Овнов. Вторая декада сентября. Сюрприз или неожиданность на Ленорман. Да. У кого-то решится вопрос с поездкой, с переездом. Ну, перемены. Перемены, да. Все, что было скрыто за тучами, сейчас все проясняется. Хорошо, входите вы. Здесь у вас ложится король мечей. Для женщин, может быть, карта показывает вашего мужчину, который будет принимать какие-то решения. Скорее всего, вы будете, ну, не то что подчиняться, но согласны с принятием решения. Еще это может быть адвокат, судья, да, может быть для тех, кто, вот мы смотрели, да, с недвижимостью, с наследством что-то связано. Здесь при помощи этого человека решится какой-то вопрос, прорыв. Может быть, что-то давно то ли не могли разделить что-то, то ли не могли получить, наконец-то, через суд какие-то, может быть, не знаю, что вы тут. Но карта говорит, да. Но не обязательно это связано с семьей. Да. Смотрите, король мечей – это может быть какой-то узкий специалист, который то ли вам даст дельный совет, информацию, которая вам поможет. Для кого-то, может быть, это врач. Зачатие, да, рождение малыша, может быть, через кесарево сечение. Но, скорее всего, роды будет принимать мужчина. Ну, давайте уточним, потому что, может быть, это просто… Да, смотрите, у кого-то роды. У кого-то начало новых отношений вот с таким серьезным дядькой. Это может быть представитель власти или там, где носит форму оружия. Но опять же, это может быть врач-хирург, преподаватель. У кого-то здесь зарождение начала нового романа. Мужчины принимают решение о чем-то. Вот опять по тузу пентаклей. Не знаю, построить дом, поменять жилье, переехать. Корабль может показывать
переезд в другую страну. Вот, прорыв, колесница. Ну, это если для женщин, да. Но вообще здесь что-то новое. И, скорее всего, принимать решение будет мужчина. Так, туз. Ну, это может быть что-то еще с работой связано. Но здесь какая, здесь с работой, да, что-то не очень понятно. Будем, конечно, смотреть. Может быть, получение новой работы. Вот прорыв тоже. Это когда человек, например, или если это свой бизнес, была какая-то нестабильность, ну, может быть, вот связано с этой эпидемией. Здесь вы начинаете какой-то то ли новый проект, то ли новый бизнес. И тут карта говорит, да, вас ждет успех. Или получение работы при помощи, может быть, посредника какого-то. Так, хорошо, для тех, кто в отношениях. Здесь у нас туз кубков. Ну, если вы были в отношениях, тут вы получаете предложение руки и сердца. Здесь какие-то радостные новости, но еще здесь исполнение желания, исполнение мечты. У кого-то может состояться переезд. Скорее всего, в другой город, но вообще корабль – это дальние переезды. Это может быть даже другая страна. Кто-то решит вопрос с жильем. Кто-то обретет наконец-то стабильность. Получаете предложение руки и сердца и становитесь уже в стабильных отношениях. Если вы были в ссоре, здесь инициатива пойдет от мужчины, и вы помиритесь. То есть ваши отношения перейдут на более зрелый уровень. Ну, вообще какие-то радостные новости для тех, кто в отношениях или в браке. Ну, уже все озвучила. Так, вот для тех, кто в поиске, да, здесь шанс обрести счастье. Но шестерка мечей говорит, да, у человека намечаются перемены в личной жизни. Но вы будете колебаться, вступать или не вступать в новую связь. Потому что здесь луна, здесь страхи. Может быть, был негативный опыт в прошлом, но вот вам несут перемены. Вот эта луна и вот эти тучи, вот уходит какая-то нестабильность, какие-то страхи, подозрения, предчувствия нехорошие. Здесь идут вам перемены. Может быть, человек будет из другой страны, потому что шестерка иногда говорит о знакомстве через интернет. Может быть, из-за этого будут страхи. Но тут шанс занять очень хорошее и материальное положение, но еще в вашу жизнь войдет стабильность. Вы с этим человеком пройдете по жизни рука об руку, но для этого вам придется куда-то уехать. Может быть, из-за этого и страхи. Но от туза пентаклей отказываться, конечно, не стоит. Да, вот выйти из зоны комфорта, куда-то переехать. А у нас тут солнце, у нас тут любовь, у нас тут прояснение, вот эти тучи уходят. Но нужно будет на что-то решиться. Ну, решать вам, но оно того стоит. Так, работа, бизнес у кого есть? Тут луна, да, здесь какая-то нестабильность. Здесь могут быть, если вы на кого-то работаете, какие-то предчувствия, то ли фирма уже на ладан дышит, то ли будет какое-то сокращение. Здесь ожидание чего-то нехорошего. Если это ваш собственный бизнес, то опять тут нет стабильности. Может быть, какие-то обманы, может быть, грозит закрытие, может быть, давайте одну карту, да. Ну, тут, скорее всего, что-то новое вы внесете. Да, начнете что-то новое, потому что луна, ну, в луне находиться очень тяжело. Здесь вот какие-то перемены. Тут то ли вы работу другую найдете, вот. Может быть, пойдете на какое-то собеседование. Карта говорит, что по магу вы можете очаровать любого человека, провести самые деликатные переговоры, потому что вы будете обладать красноречием, магнетизмом. Если вы планировали начать что-то по тузу жезлов, да, просто появятся какие-то возможности для того, чтобы, может быть, даже вообще поменяете сферу деятельности. Но по тузу жезлов, если уж вы начинаете что-то, вот в этот костер нужно будет подбрасывать дровишек. Потому что, да, начать хорошо, но нужно еще и продолжать работать, трудиться над этим костром. Но шансы какие-то предоставятся. Тут все будет зависеть только от вашей активности. Но для тех, кто в поиске работы, пока карта говорит, нужно ждать. Не вижу пока я, чтобы вы нашли новую работу. Может быть, карта говорит, что для того, чтобы получить хорошую работу, нужно еще получить знания. Может быть, у кого-то подучиться. Ну, сейчас в интернете можно найти все, что угодно. Вот для того, чтобы получить работу, здесь у нас иерофант и умеренность.
Поэтому задумайтесь, может быть, вам вообще сменить сферу деятельности, но для этого нужно будет чему-то получить какие-то то ли знания, то ли у кого-то поучиться. Ну, это у нас карта ложится на финансы. Финансы, конечно, у нас зависят от трудовой деятельности. Для финансов у нас вот здесь все-таки у нас лёг туз пентаклей, да? Здесь у нас иерофант. Конечно, может карта показывать взрослое поколение. Может быть, они решают вопрос с жильем, и они вам помогут. Может быть, если вы приобретаете что-то, дадут на первый взнос. Или, например, тут что-то делится, какое-то семейное жилье. И разделение, да, например, был большой дом, вы делите или на два поменьше дома, или там квартиры. Здесь может идти поддержка от старшего поколения в финансах. Может быть, еще финансы говорят о том, что вот новое начало, которое вы здесь задумаете, если это ваш бизнес, может быть, это что-то связано с интернетом, с IT-технологиями, оттуда пойдут деньги. Еще здесь карта может говорить, что кому-то придется подучиться, и на это будете тратить деньги. У кого-то здесь может быть по работе, вот это новое, переезд в другую страну. При общении в другой иерархии. Давайте все-таки уточним. Да, старший аркан. Ну, во-первых, здесь ожидание чего-то. Ожидание получения работы. Вы вкладываетесь в какой-то бизнес. Что-то новое начинаете. Здесь нужно просто проявить терпение. Да, рост будет, но может быть не такой быстрый, как вам хотелось бы. Какие-то деньги вы начнете получать. Но это только начало. Для того, чтобы получать уже хорошую прибыль, нужно будет ждать, проявлять терпение. Так, может быть, вот если от родителей какие-то деньги получать, тоже карта говорит, придется, наверное, подождать. Но все равно какие-то шансы хорошие будут финансовые у вас в эти 10 дней. У нас и колесница об этом говорит. Здесь может быть финансовая прибыль, поступление. Кто-то может перейти на новую работу, на новую должность или начать какой-то совсем другую сферу деятельности. Еще здесь может быть поездки, переезды, начало новых отношений, вот для тех, кто в поиске, начало нового какого-то карьерного пути, может быть. Может быть, кто-то просто в отпуск отправится. Тучи говорят, что непонятно, поедем, не поедем, откроют, не откроют границы. Да, карта говорит, вот поездка в отпуск у вас тоже состоится. Потому что колесница у нас говорит о прорыве, но это еще смена одного этапа нашей жизни и начало следующего. Здесь могут быть поездки, переезды, командировки, ну и то, что я уже перечислила. И корабль нам тоже об этом говорил. Так, хорошо, давайте посмотрим, исполнится ли желание у Овнов вторая декада сентября. Исполнится ли желание у Овнов вторая декада сентября. Так, ну по пажу кубков я скажу, что да. Здесь может быть новое знакомство, новая любовь, новые возможности, какие-то новые проекты. Ну, вообще, не буду гадать, да. Карта говорит, и желание ваше исполнится. Здесь я уже сказала, здесь или поездка, или смена чего-то, но через вот именно неясность, будет или не будет. Очень много будет волнений, переговоров, да. Но у кого-то, если запланировали переезд, смену места жительства, ну, скорее всего, другой город или другая страна, будет очень много волнений, разговоров, общений, коммуникаций. А кому-то придется куда-то к новому любовному интересу, может быть, поехать. Так, хорошо, давайте получим совет для Овнов. Вторая декада сентября. Совет для Овнов. От Виканского оракула. Это у нас Лита, летнее солнцестояние. Воспользуйтесь этим временем, полным силы, чтобы продвинуться на пути достижения ваших целей, как повседневных, так и магических. Сейчас вы сильны и обаятельны, как никогда. Ваша яркость и теплота привлекают к вам людей. Сообщества, к которым вы принадлежите, процветают, поскольку вы поддерживаете и питаете общие идеалы.
И еще у нас совет от оракула «Магические врата» для Овнов. Вторая декада сентября. Давайте получим совет от оракула «Магические врата» для Овнов. Прими то, что есть. Я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие. Примите свою жизнь, как она есть, во всех ее конфигурациях. Знайте, что каждый момент вашей жизни, каждое событие, каждая ситуация имеет глубокую ценность, даже если вам так не кажется. Примите свое внутреннее величие, живите здесь и сейчас, вы безмерно великолепны и замечательны. Обнимите все стороны своего «я». У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Удачи вам, берегите себя. До свидания.